Больничные на бумажном носителе уходят в прошлое. Все чаще куряне делают выбор в пользу электронных. Такая возможность в регионе появилась год назад. За это время в новом формате было выдано более 8 тысяч бюллетеней. Оформить электронный больничный можно у своего лечащего врача, после чего сообщить номер листка работодателю. И все, остается только дождаться зачисления средств на карту. Кстати, с начала июля организациям больше не нужно их переводить самостоятельно. Курская область и другие регионы вошли в пилотный проект «Прямые выплаты». Теперь это забота самого фонда соцстрахования. Плюсы для работодателей состоят в том, что им не нужно отвлекать свои средства на выплату пособий. Выплата осуществляется фондом социального страхования. И наши застрахованные граждане защищены в том плане, что бывают разные ситуации. Работодатели могут находиться в стадии банкротства, не располагать средствами на выплату пособий. В данном случае такая проблема отсутствует, потому что пособия напрямую поступают из фонда социального страхования. Более 2000 курских организаций подтвердили свою готовность принимать электронные больничные. Около 300 из них уже столкнулись с этим на практике.